подходите, смотрите так по одному. Там увидите трубы, соответственно, одна труба печная. Печь всегда топилась в холодное время, в морозы, чтобы вода не замерзала. Ну и, соответственно, подающая труба и выпускная труба есть. Воду брали изначально с речки Ладыжин, которая вот там подальше находится. Там осталось даже руины водоподъемной, ну, напорной станции насосной.